если этот Сиджи ваш канал, чтобы вас вообще заблокировали навсегда, бессовестные. Какое вы имеете право все это вылаживать? Канал Сиджи называет. Сиджи. Сиджи он называет. Не умничай, я и без вас вижу, как он называет. Но там же нет никаких фактов, компрометирующих вас. Меня это не волнует, взяли и убрали, и удалили. Да что, мама? Да ничего. Ну, пихнул меня туда. Молодой человек, я звоню в милицию. Кто вам... Вот. Вот почему вы не можете видео с этого Сиджева убрать? Кто девушка, это такое? Да что вы прям списки? Девушка, вы что, пьяная? Может, вам нарколога вызвать? Что вы глупости говорите? Какие глупости? Ладно, все! Ребята, я думаю, вы все, как и я, всегда хотели узнать, кто заходил к вам на страницу ВКонтакте. Хочу порекомендовать действительно хорошее бесплатное приложение, через которое можно смотреть, кто заходит к тебе на страницу. А также можно узнать важных друзей абсолютно любого человека. Кстати говоря, я вот его уже скачал и пользуюсь. На самом деле хорошее приложение. Если вас это заинтересовало, то можете скачать его по ссылке, которая находится в описании ролика. Оно совершенно бесплатное. Всем спасибо. Дорогие друзья, всем привет. Вы знаете, история продолжается, а именно история с мамой Грифера, того, где я видеоролик снимал, да, уже? Что-то я ж прям потерялся сейчас, опять эти обвинения все. Я до конца буду идти, стоять на своем и не отступлю. За мной правда, я прав, я не буду отступать и ничего удалять. Поэтому сейчас будет опять разговор, я его опять засниму, я не знаю, зачем она это делает. Но она мне опять угрожает, пишет, что, в общем, сейчас будет разговор. Блин, аж мысль сбивается, потому что это все, конечно, трудно терпеть в себе. Да. Все, вот мне сейчас звонят, ребята. Сейчас давайте посмотрим, что у нас будет. Да. Алло. Здравствуйте, молодой человек. Здравствуйте. Я так вижу, вы меня не поняли, да? Я вас просила удалить видео с моим разговором. Почему вы не удалили? Ну, потому что я считаю, что я прав, и за мной правда. Вы не правы. Я вас просила, удалите это видео. Мне это не нравится. Но я... Почему я еще там себя нашла? Вообще, какое вы имеете право все это вылаживать? Канал Сиджи называется. Сиджи. Вот, Сиджи, да. Сиджи он называется, да. Сиджи, да. Да, не умничай. Я и без вас вижу, как он называется. Я вас просила просто-напросто... Если вы мне сейчас не удалите, я звоню милицию. В полицию, у нас сейчас полиция, понимаете? Так это вас не волнует, я говорю. Я хочу так говорю, ясно вам? Ясно. Деловые, вы погодите, перебиваете меня. Я уже высказал свою позицию в предыдущем разговоре, поэтому я считаю, что... Короче, молодой человек, я звоню милицию, и чтобы это видео убрали. И... Вы бессовестный. Хорошо, звоните. Вот, сейчас звоню. Пробуйте, я знаю, что я прав. Кому угодно. Да звоню. Что вы говорите? Прям да. Правы они. Ну да. Ага. Вы слышите, что я звоню? Или не слышите? Здравствуйте. Слышу. Я бы хотела бы, как сказать, или подать жалобу в город Москва. Вот. Тут у меня взяли, меня скачали видео, а мне это не устраивает. Вы не могли бы его просто удалить? Вы ж можете зайти туда, на это Сиджи называется канал? Прошу прощения, девушка, ничем не могу. Как это вы не можете мне помочь? Почему? Что это такое? Он что, и вас там купил? Бессовестный. Да вы все там хамы. Я сказала, чтоб это было все удалено. Ясно вам? Я или понимаю. Нет? Ну вам что сейчас полиция сказала? Да меня не волнует, что он тоже, вы на его купили там, да? Кого я купил? Всех купили. Я зачем что? Вы, зачем вы записываете? Мой, я думала, что он, что я, я болею, извините, что ничего я выложу, страшного. Вы выложите, вернее, в этот, в интернет. Как так можно? Без моего разрешения. Ну, так. Чего вы молчите? Я не молчу, я вас слушаю, Придина. Угу, слушайте. Ну, у вас сейчас сын рядом там? Рядом! Он меня уже получил за это, ну, бессовестный. На что он мама, поиграй, мама поиграла. А взяли и выложили. Дурацкий этот Сиджи ваш канал, чтобы вас вообще заблокировали навсегда. Бессовестные. Блокировку поставили. Вот. И чтоб мне это все поудаляли. Я там еще несколько нашлась этих видео. Разве так можно без моего ведома? Ну, я...
Все правильно сделал. Я не буду. Да что вы говорите, ну, прям правильно? Ну вы даже в полицию сейчас позвонили, вам ничего, вам сказали, что ничего так поможет. Так правильно, вы, наверное, и там же договорились, что, наверное, все звонят, а вы, наверное, уже всем сказали, что сейчас будет какая-нибудь девушка звонить и посылайте ее. Вот так. Какая глупость. Да правда, что какая глупость. Да можете, нет, смотрите, можете еще раз позвонить, вот попробуйте еще раз позвонить. Вот и позвоню. Давайте, попробуйте еще раз позвоните. Что вот вам? Вот и позвоню. Давайте. Чтобы прям сейчас слышно голову, было. Да, давайте. Слышите, сейчас позвоню. Давайте, чтобы было прям слышно отчетливо, что да. вам... Вот. Алло. Ты города Красногорск. Да? Почему вы не можете видео с этого Сиджева убрать? Почему? Я вот говорю, а вы ничем помочь не можете мне. Что девушка, это такое? Это надо с письменным. Да что вы прям с письменным? Ага. Письменным. Может и так зайти, я бы назвала бы свою фамилию и нашли бы и так. Канал вы этот нашли, прям вы не можете найти по интернету. Все вы можете, только не хотите. Девушка, вы что пьяная? Может вам нарколога вызвать? Я трезвая. Между прочим, я... Ну вот так. Вы? Да. А что вы глупости говорите? Какие глупости? Ладно, все. Короче, вас ничего не... переспоришь. И вы не бессовестны, и полиция ваша бессовестная. Все, я не хочу с вами разговаривать вообще. Не дай бог мне еще не удалите больше. Хорошо. Угу. Что, до свидания. До свидания. До свидания. Всего Да. Ребят, я думаю, вы сами... Вот она даже позвонила в полицию. На самом деле я волновался в этот момент. То есть для меня было волнительно, когда она позвонила в полицию. Но ей все. То есть она сначала. Она вообще потом в полицию позвонила, какого города-то? То есть, сначала была Москва, потом Красногорск. Она куда звонила-то вообще? То есть, ей все внятно и четко сказали, но я переживал. Я переживал, поэтому. Фух. Ладно, ребята, заходите на сервер, IP в описании ролика, я здесь вот играю. Это аккаунт, вот сейчас я зашел, друг попросил, это вот я как бы. Все здесь, поэтому, дорогие друзья, заходите. IP в описании ролика. Всем спасибо. Я за мной правда, я от нее не отступлю. Всем пока.